Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Ревущий снег. Таджикистан устраняет последствия схода лавин. Особо отчаянные водители уже после спасения возвращаются за своими автомобилями. Вытаскивают машины. Нормально. Дорожные службы работают сейчас. Нас там в одном месте под завалом 10 машин было. Тревожный рейтинг. Лишь одна из стран Центральной Азии признана правозащитниками относительно свободной. Деньги будут, денег нет. Нацбанк Узбекистана установит более 1000 банкоматов по всей стране. Пока что государство испытывает острую нехватку наличных денег. У меня подруга работает в банке и получает всю зарплату на карточку. И она не может обналичить эти деньги. А если будут такие банкоматы с денежной массой, то это будет прекрасно. Страна иммигрантов. Граждане США продолжают осуждать указ Дональда Трампа об ограничении приема беженцев. Трамп у власти всего неделю, и его действия очень спорны. От мала до велика. Все население кыргызской деревни играет в хоккей. Тренировать односельчан приехал наставник из Канады. В детстве мы играли без коньков и прочих атрибутов. Сейчас уже 2 года хоккей у нас в селе развивается. Мы с сыном очень часто играем вместе. 7 человек погибло в результате схода лавин в Таджикистане. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям, за 3 дня на дороге страны обрушились более 60 лавин. Под снежными завалами оказались сотни автомобилей вместе с людьми. Многие автотрассы заблокированы. Самая напряженная обстановка на трассе, соединяющей Душанбе с севером страны. В зоне чрезвычайных ситуаций побывал наш корреспондент Анушервон Арипов. Я оттуда спустился, когда еще все было хорошо. Назад ехал, дорога закрыта. Пришлось ждать 2 дня у поселка Чорбок. Спали в машине. Кто-то шел ночевать в съемные квартиры. Я в Душанбе 4 дня провел. Чтобы не рисковать, спал в машине. 3 дня в поселке Чорбок провел. Теперь тронулись в путь, пока проехали недалеко. Автомобильное сообщение между севером Таджикистана и столицей, прерванное 2 дня назад из-за схода более 40 лавин, частично восстановлено. Минтранс страны установил график движения до тех пор, пока дорогу не расчистят полностью. Автотранспорт может двигаться в сторону Куджанда по четным дням, в обратном направлении – по нечетным. Сотни грузовых автомобилей в эти дни выстроились в многокилометровую очередь у начала междугородней автотрассы. Их владельцы ночевали прямо здесь. Люди устали и сейчас торопятся в Куджанд. Кто-то за новым грузом, кто-то хочет поскорее вернуться домой. Вытаскивают машины. Нормально. Дорожные службы работают сейчас. Нас там в одном месте под завалом 10 машин было. Всю ночь автономное питание было в машине, так и грелись. Но наша группа осталась голодной. Помучились. В направлении столицы продолжают двигаться автомобили, освобожденные из снежного плена. Самих водителей эвакуировали еще вчера, но сегодня они вернулись, чтобы забрать свои машины. В результате схода снежных лавин на территории Республики Таджикистан погибли 7 человек. С 28 по 30 января 2017 года на территории района Горно-Бадахшанской автономной области на автодороге Душанбе-Харок, Душанбе-Джиргиталь, Душанбе-Худжанд были зарегистрированы сход снежных лавин. В основном хочется отметить очень большой сход снежной лавины на автодороге Душанбе-Худжанд. Их было 40. На данный момент были эвакуированы 800 человек, также были вытащены 200 машин из числа 50 грузовых и 150 легковых автомобилей. Работы по расчистке дорог продолжаются. Задача восстановить движение в полном объеме. На трассе Душанбе-Худжанд спасатели работают круглые сутки. По их данным, возможно, под лавинами погибло еще 2 человека. Поиски осложнены тем, что высота снежного покрова в зоне бедствия превышает 10 метров. Несмотря на то, что ситуация на дорогах Таджикистана улучшается, спасатели призывают граждан страны воздержаться от поездок в лавиноопасные районы. Тех же, кто не внял предупреждению, просят быть бдительными и строго соблюдать установленный интервал движения между автомобилями. По данным метеорологов, до 3 февраля в стране ожидается обильный снегопад, так что стоит ждать новых лавин. Анушервон Арипов, Насим Исамов, «Настоящее время», Таджикистан. Конфедерация независимых профсоюзов Казахстана заявила о жестком давлении на свое руководство. Об этом сообщили на пресс-конференции представители республиканского объединения и его адвокаты. Также было заявлено, что ликвидацию конфедерации они будут оспаривать в судебном порядке.
Напомним, в начале этого года Шымкентский суд вынес решение о полной ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана в знак протеста около 1000 работников нефтяной отрасли на западе республики. Объявили голодовку. Однако ее пришлось прервать после ареста лидера отраслевого профсоюза Амина Елеусинова и заместителя председателя Конфедерации Нурбека Кушакбаева. 15 нефтяников были оштрафованы. Как заявила пресс-секретарь республиканского объединения Людмила Экзархова, давление связано с тем, что мы стали неудобны властям. Она сообщила, что против председателя Конфедерации Ларисы Харьковой возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в хищении средств профсоюзной кассы. Идет очень жесткое психологическое давление. У Ларисы фактически возле подъезда, вокруг дома стоят люди в штатском, которые ее, в общем, везде сопровождают. Я была 2 раза в Чимкенте и это наглядно видела, причем я фотографировала этих товарищей, и они, в принципе, даже не скрывали своего лица. Поскольку было очень сильное психологическое давление, ее вынудили 11 января, провести в Чимкенте пресс-конференцию. Причем 12-го мы планировали ее провести в Алмате, но, к сожалению, она не смогла выехать, и ее, в общем, вынудили провести эту пресс-конференцию. Ей написали пресс-релиз, который она должна была озвучить. И, то есть, по сути, она оклеветала себя, организацию и ту голодовку, которая была проведена на тот момент в городе Актау. Мы понимаем, что это было сделано специально, поэтому мы приняли решение на Координационном совете буквально 27 января, это была пятница, о том, чтобы признать эту пресс-конференцию недействительной, незаконной с точки зрения нашей организации. В Конфедерации независимых профсоюзов состояли 100 тысяч человек. Если ее апелляция не будет удовлетворена и конфедерацию закроют, то 4 отраслевым профсоюзам придется вступать в Государственную федерацию или заново регистрировать республиканское объединение с другим названием. Руководство конфедерации заявило, что намерено отстаивать свои права до конца. Казахстанские СМИ опубликовали послание президента народу. По традиции Нурсултан Назарбаев представил документ на общем заседании двух палат парламента, где также присутствовали члены правительства. А гражданам страны лидер нации впервые сообщил о новой стратегии в письменном виде. Свое послание он назвал «Третьей модернизацией Казахстана». Президент определил приоритеты дальнейшего развития государства, среди которых ускоренная технологическая модернизация экономики, безопасность и борьба с коррупцией. Главной новостью для самих жителей республики, как заметили пользователи казахстанских соцсетей, стал порядковый номер модернизации. Она оказалась третьей. О том, что две уже прошли, для многих стало неожиданностью. Премьер-министр республики Бахытжан Сагынтаев еще до официальной публикации послания начал раздавать задания своим подчиненным. Он поручил увеличить экспорт, в первую очередь, сельскохозяйственной продукции и привлекать инвестиции, особенно из Китая. Также премьер заявил о необходимости создания благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса. Речь зашла и о государственных холдингах, чья деятельность в последнее время связана со скандалами. Глава государства поручил пересмотреть роль государственных холдингов. Необходимо обеспечить их преобразование в компактные, эффективные холдинги и исключить из их деятельности функции, которые можно передать в конкурентную среду. Президент Казахстана также распорядился сократить трансфер из национального фонда, где аккумулируются нефтедоллары. Ежегодно из этих денег республиканский бюджет пополнялся на сумму 8,5 миллиардов долларов. Теперь, по распоряжению Назарбаева, изъятия сократят, а бюджетные дыры будут латать за счет сокращения налоговых льгот и увеличения налогоплательщиков. Он будет постепенно сокращаться с нынешних 2,8 триллиона тенге до 2 триллионов тенге к 2020 году. Основным источником пополнения бюджета должна стать дополнительная экономическая активность и, естественно, расширение налоговой базы соответствующее. Как было озвучено главой государства в послании, одна из задач – это оптимизация льгот. Это абсолютно не означает их полную отмену. Это означает, что те льготы, которые используются неэффективно, те льготы, которые исчерпали свою полезность с точки зрения баланса необходимости для общества, для развития государства и фискальных потерь, эти льготы будут устранены. Международная правозащитная организация Freedom House представила ежегодный отчет о состоянии свободы в мире в 2016 году. Новый доклад содержит оценки степени политических и гражданских свобод в 195 странах. Все они разделены на три группы – свободные, частично свободные и несвободные. Состояние свобод оценивалось по 100-бальной шкале. Чем выше
выше балл, тем свободнее страна. Как обстоят дела в Центральной Азии, разбирался Александр Касаткин. Узбекистан и Туркменистан вошли в десятку самых несвободных стран с низкими показателями. Из 100 максимальных они набрали, соответственно, 3 и 4 балла. Следующим в рейтинге свободы стран Центральной Азии стоит Таджикистан с 11 баллами. Граничащий с ним Китай получил на 4 балла больше, а Афганистан набрал 24 балла. У России 20 баллов. Казахстан среди постсоветских азиатских стран оказался на втором месте. Его показатель 22 балла. А Кыргызстан смог стать единственной страной региона, признанной частично свободной. Он набрал в рейтинге правозащитников 37 баллов. Однако Freedom House отмечает в своем отчете, что лидеры Кыргызстана и Таджикистана в прошедшем году продолжали укреплять свою личную власть на фоне экономической и политической нестабильности. В узбекских коммерческих банках и крупных предприятиях установят 1000 банкоматов. Центробанк республики пообещал это сделать до конца текущего года, чтобы решить проблему дефицита наличных денег. Власти республики также обещают, что в скором времени все торговые точки и места предоставления услуг будут оснащены терминалами для безналичных расчетов. Пока это громкие обещания. А как обстоят дела сейчас, выясняли корреспонденты программы «Настоящее время. Азия». До сих пор посттерминалами были оснащены лишь супермаркеты и магазины, торгующие промтоварами. На знаменитых продуктовых базарах купить что-либо возможно лишь за наличные деньги, что вызывает у простых людей массу неудобств. Уже более 10 лет большинство жителей Узбекистана получают часть зарплат, а иногда и всю зарплату целиком, на пластиковую карту. Пенсии также частично платятся безналом. Получить наличность в банкоматах и даже в самих банках почти нереально. Живых денег в государстве просто нет. Хорошо, конечно, если такие банкоматы появятся, но желательно, чтобы там была наличность. Потому что, вот, например, у меня подруга работает в банке и получает всю зарплату на карточку. И она не может обналичить эти деньги. А если будут такие банкоматы с денежной массой, то это будет прекрасно. Чтобы иметь в кармане хотя бы немного денег, народ готов свои средства обналичивать за 10, 15 и даже 20% сверх имеющейся на карте суммы. В социальной сети Facebook существует уже несколько групп по обналичиванию карт. К примеру, обнал с карты в Ташкенте. На физической карте 10 миллионов. Кто может обналичить по минимальным процентам? Есть корпоративная карта 16%. Есть нал, нужны карты 4-5 штук, общая сумма 25 миллионов, сниму по 20%. Обещание Центробанка решить проблему нехватки наличности вызвало среди жителей республики и, главным образом, в соцсетях активную дискуссию. Большинство считает, что появление банкоматов для снятия наличных суммов ни к чему путному не приведет. Денег в них все равно не появится. Многие ташкентцы недоумевают, каким образом наличные узбекские суммы в достаточном количестве поместятся в относительно небольшой по размерам банкомат. Самая крупная по номиналу денежная купюра в государстве – 5000 сумов, а это по курсу черного рынка всего лишь 75-80 центов США. 100% наличности в банкоматах не будет. А если будет, то будет какой-то дневной лимит ограниченный. Либо будет как раньше. Валютчицы в банкоматах загребали всю наличность, а простым людям останется без ничего. Вот такие варианты. За комментариями по поводу будущего банкоматов мы обратились к заместителю начальника департамента денежного обращения Центробанка Узбекистана Фахриддину Бабоеву. Будет ли в банкоматах наличность? Пока я с уверенностью ответить на этот вопрос не возьмусь. Мы ведь даже не знаем, что произойдет с нами через 5 минут. Давайте будем решать вопросы по мере возникновения проблемы. Сейчас говорить об этом рано. Но я думаю, что если банкоматы будут стоять, то и денежная наличность в них будет. К сведению, один банкомат способен вместить в себя 25 миллионов сумов. Всего в нем 5 ячеек и в каждой по 5 миллионов. Простые жители Ташкента не столь оптимистичны. Тут уже очень сложно прогнозировать, конечно. Кажется, на основании опыта предыдущего и многолетнего, что это будет очередная недоделка, и что там может просто не будет денег. Они будут слодеть для галочки, потому что кто-то просто отчитается, деньги потратит. Но с другой стороны,
что-то все равно делать надо, и власть это понимает. Повсеместная установка терминалов для безналичных платежей началась в 2004 году со специального постановления правительства. Но несмотря на принудительные меры, появившиеся терминалы на многочисленных базарах вскоре благополучно исчезли. В результате большая часть населения страны вынуждена отовариваться лишь в супермаркетах, где цены значительно выше, чем на базарах. И это уже не говоря об отсутствии национального колорита узбекского базара, без которого граждане Узбекистана свою жизнь просто не представляют. Сид Янышев, Сергей Хиршфельд, «Настоящее время», Азия. Далее в программе. От мала до велика все население кыргызской деревни играет в хоккей. Тренировать односельчан приехал наставник из Канады. В детстве мы играли без коньков и прочих атрибутов. Сейчас уже 2 года хоккей у нас в селе развивается. Мы с сыном очень часто играем вместе. В США продолжаются массовые протесты против указа Дональда Трампа о введении моратория на въезд в Америку гражданам 7 государств. Против решения американского лидера уже высказали сотрудники Госдепартамента США, генеральные прокуроры американских штатов и мировые политики. За отказ защищать новый миграционный закон лишилась своей должности исполняющая обязанности генерального прокурора Соединенных Штатов Салли Йетс. Президент также сменил главу иммиграционной и таможенной полиции Америки. С подробностями Екатерина Бучнева. Нет ненависти и страху. Беженцам здесь рады, скандируют тысячи протестующих в десятках американских городов. В Коламбусе, штат Огайо, демонстрация закончилась столкновениями с полицией. Стражи порядка распылили перцовый газ. Исполняющая обязанности генпрокурора страны Салли Йетс отказалась исполнять указ Трампа, назвав его неправомерным. Через пару часов она была уволена. В Белом доме заявили, что Йетс предала Минюст. Однако многие политики встали на ее сторону. Она была уволена за то, что верила. Выполнение нового указа противоречит законам и, возможно, Конституции. Это был акт мужества и смелости. Это был правильный шаг. Надеюсь, это кое чему научит президента и людей в Белом доме. Протестуют и сотрудники IT-компании. В Калифорнии на улице вышли более 1000 сотрудников компании Google, основанной иммигрантом из России Сергеем Брином. Он также лично принимает участие в протестах. Прокурор штата Вашингтон направил в Федеральный окружной суд иск о признании неконституционным основных положений указа. Его примеру последовали представители мусульманского сообщества. Наш иск оспаривает конституционность этого указа. Он подан от лица более 20 мусульман, как граждан США, так и законных резидентов, имеющих разрешение на проживание. Я хочу быть честной. Это не просто запрет на въезд мусульман. Это указ об изоляции мусульман. Сам Трамп подчеркивает, его указ направлен не против мусульман, а на предотвращение въезда потенциальных террористов. Однако для сторонников президента эти слова, кажется, стали синонимами. Я думал обо всех этих взрывах и убийствах невинных людей, и по мне, так лучше держать всех мусульман подальше. Их проверка не работает. С хорошими мусульманами приезжают и плохие. Они сейчас ездят туда-сюда по многократным визам, тренируются там. Они не просто в гости ездят. Надо всех их там и оставить. Пресс-секретарь Белого дома назвал президентский указ игрой на опережение. Никакой конкретной угрозы не было. Суть в том, что мы не знаем, когда она возникнет. Мы не знаем, когда нашу границу пересечет человек, который нанесет нам вред. Поэтому идея в том, чтобы не ждать, случится это завтра или на следующей неделе. Президент не собирается этого ждать. Я уверяю вас, мы будем защищать нашу родину и без промедления примем для этого все меры. Однако слова Спайсера, кажется, не убедили американцев. Протесты продолжаются. И, по словам историка Лэри Сабата, они приняли беспрецедентный масштаб. Такого никогда не было раньше. Обычно уровень неприятия президентства выливается в массовые протесты только спустя хотя бы полгода, год, два или три. Или же на втором сроке, когда страна ввязалась в непопулярную войну. Трамп у власти всего неделю, и его действия очень спорны. Думаю, многих удивило, как много людей вышли на улицы и в США, и во всем мире, чтобы послать сигнал Трампу.
Протестуют и люди в других странах. В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на улицы с призывом запретить въезд в страну самого Трампа. Они призывают государственных лидеров отказаться от встречи с новым президентом США. Екатерина Бучнева, «Настоящее время». Деревня Кинеш на Нарынской области Кыргызстана может по праву считаться самой спортивной в республике. Здесь все жители без исключения играют в хоккей. Причем под руководством самого что ни на есть настоящего тренера из Канады. Рассказывает Джибек Бегалиева. В хоккей здешние жители играют всей деревни. Зима в Нарынской области холодная и долгая. Длинные вечера жители Кинеша проводят на импровизированной ледовой арене. В детстве мы играли без коньков и прочих атрибутов. Сейчас уже 2 года хоккей у нас в селе развивается. Мы с сыном очень часто играем вместе. На вопрос, кем ты мечтаешь стать, дети здесь отвечают одинаково. Все хотят в профессиональный спорт. Я мечтаю стать хоккеистом и достигнуть больших высот. Хоккейные поля, которые отвечают таким требованиям, мы видели только по телевизору. Такую одежду и коньки мы тоже раньше не видели. А теперь к нам приехал настоящий канадский тренер. Я очень горд этим. Я приехал сюда 3 дня назад. В Канаде хоккей очень развит. В него умеет играть каждый ребенок. Здесь они тоже стараются. Возможно, из них в будущем вырастут известные хоккеисты. Проблема лишь в языке. Других проблем нет. Они прилагают большие усилия, чтобы научиться. Иностранного тренера в кыргызскую глубинку пригласил Зарытбек Абдыкеев. Он же договорился с норвежскими и шведскими хоккеистами о том, чтобы жителям его села подарили спортивные формы и инвентарь. Я занимаюсь переводами, проще говоря, фрилансер. Работал в разных компаниях. Очень часто я знакомился с иностранцами, и каждому из них обязательно рассказывал про Нарын. Про то, что мы очень хотим развиваться. Я никогда не уставал это делать. Чуть позже Зарылбек привез в село и станок для заточки коньков. Все свободное время он теперь проводит у машинки. Свою детскую мечту стать хоккеистом Зарылбек так и не исполнил, но у нынешних детей, считает мастер, есть все шансы. Те, кому исполнилось 10-11 лет, смогут участвовать в отборе спортсменов для одного из норвежских клубов. Там есть город Фредерикстад. У меня с ними есть договор, и они теперь ждут, чтобы наши ребята подросли. Надеюсь, что в ближайшие 5 лет мы повезем их туда. Поддерживать состояние спортивной площадки помогают все жители деревни. Каждый вечер после тренировок сельчане по очереди выходят на дежурство. Сегодня очередь Кубата. Шланг нельзя взять и просто бросить на лед, иначе он просто образует здесь дыру. Необходимо распределить воду равномерно, чтобы лед был гладким. Даже если это дело сейчас займет много времени, даже если мне придется быть здесь до часу ночи, я должен это довести до конца. Каждый сезон жители села Кинеш разыгрывают кубки среди разных лиг. Лучшие из лучших представляют в соревнованиях областной город, а в столице – регион. Джибек Бегалиева, Мирлан Кадыров. Настоящее время. Нарынская область. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.